Один шаг, чтобы тебя увидели, услышали и поняли. Но сделать этот шаг непросто. Тем более, когда речь идет о такой сложной теме, как экология. Экспозиция работ юных художников со всего региона открылась в торговом центре «Июнь» в рамках проекта «Эко-Подмосковье». Более 1000 детей со всех уголков Подмосковья приехали к нам в муниципалитет для того, чтобы получить подарки, грамоты. Все муниципалитеты Московской области представлены в виде творческих работ. Тем много, проблем еще больше. Но всегда был и остается интересным детский взгляд на них. Может быть, когда-то реализуются даже самые невероятные их мечты. Я нарисовала плакат на тему «Красная книга Подмосковья», чтобы все люди знали, что надо защищать зверей, не истреблять их. «Красная книга Подмосковья» больше не пополнялась. Как будто звери выходят из «Красной книги Подмосковья» в дикую природу. Да, пока это только красивый детский образ. Но все когда-то начинается с идеи, обретающей очертания не только в детских рисунках, но и во взрослых проектах. Для этого мы делаем все, чтобы видеть чистым свое «Эко-Подмосковье». Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый Мытищинский.